Бер тут, бер тут. Жарак. Короче, здесь показывают, а там ничего не идет. Ввиду неявки Турдубаева Амира подумать рассуждается Улан-Улу Денис Бекизабек. На ковер бы приглашается Атубаев Емур РСК, Камчебеков Абузали Атлбирс. Приготовится Асадов Мусанбек Атлбирс, а возникла возрыв Джалаба. Рука. Время. Thank you.
Мне этот надо снимать. Вот эти тоже. Время! Кидай этот челлендж показывай. Запаришься. Ну что, узбек красиво сделал. Кинул. Муромбеков Масамат Карабанта. Маратбай Бадилет Тайма Баскав. Приготовите Муромбеку Барзан Изабек. Мурчеву Луку Дан Тайма Баскав. Thank you.
точно, да. Салам алейкум, Хайран Аке. Пойдет. Как вы? Да. В аренду, которую дают? Два красных. Поищу. На сколько? Они зачем ее? Что за съемка? Хорошо, поспрашиваю. Хорошо. Спрошу у своих. Еще позвоню. Но я пока не знаю, еще это же подготовить. Платформу, где буду снимать. Что надо снять? Это интервью надо снять. В офис съездить, приготовиться. Лички взять, да? На камер не было. Я через мультик собираюсь. Зона! Иди, зона! Блин, вчера, короче, пешком не домой. Ноунейм пока. Ну что было звание? Ноунейм пойти мне. Блин, какое звание было? Да, кто здесь? А я потом вспоминаю, что мне завтра сюда. Жесть, бой. Вот когда я иду, все у всех сразу. Жена, дети. Страдать чего? Надо. Пострадать надо. Как сказал один великий человек. Я вчера просто спать не хотел. Я вышел, сел на посол до бета, там все энергетики кружили, положил. Ты пешком, что ли? Да, один пешком. Да. Вот такой вопрос, он делает мне? Что мои девушки шутили, блин? Время. Приготовься, жертвам готовы, выразали забить. Пешком ходить. Ноги. Сегодня, если даже не будет, то что это? Значит, пойдет. Он уже же прошелся. Они мелкие. Я там это. Я уже не звучу. Уже хорошо. Хорошо. Если спать хочешь, значит это хорошо. Значит, ты устаешь и работаешь. Вовремя, вовремя. Я пошел спать 4. 6. Раз, ворота! Да, у вас только час лег, 3 проснулся. Потом 9 задремал на полчаса все. Не, два фона может поспать. Не хватает. Не хватает. Не хватает. Нет, как не хватает? Ну, если там... Раз в неделю так делать? Нет, я могу. Я работал в пятерочке ночью. Я могу постоянно, когда такое делаю, целый месяц. Попросил себе 4 дня. Мы же приехали. Мы же приехали. Я лёг, проснулся через 20 часов. А мне тогда алкоголь нужно, чтобы месяца два принесло. Идёшь позашёл. Окей. Сегодня меньше, что ли? Да, на... Иди, зона! Много. И все,
человек меньше, то нормально. По 3 минуты 15 на 3, 5, 15, 1. 45 минут. Запасе. Вчерашнего. Ты неправильно считаешь. Почему? Это я тоже разделяю. Да. Внутри сам. Все почему? Ты не знаешь. Какая часть вчерашняя была? У нас 75% вчерашняя. Минус 20% okay. Общего времени. Минус еще вообще. Ну вот. Ну ладно. Учитывай. Я сколько? А, кстати, открытие сегодня будет или нет? Нет, вчера. А. Без передыха пробью. Это все вообще шикарно будет. Я кайфаную. Интересно, куда мне там телевизор вести? Ты еще видишь телевизор? Зачем? Сколько ты телевизор? На свои деньги? Знаем, привез я туда их на свои деньги. А тебе это занесет? Надо поставить. Иди на границу счет, приготовиться. Хоча на заново Владислав. Каракал сколько ушать обычно? Я один раз покупать продукты, через сколько? Шугарник, надо ну, ты же не видел шугарник. Обрей его просто. Давай, все. Хорошо. Один раз это стампом пройтись по ней. Заранее ее кровать привезешь поплотнее, а потом начинай. Это побриться надо. Не говори, если не забыл. Короче, у меня ничего там быстрее начали расти. То есть никак раньше не я пару дней ходил, в принципе, нормально. Сейчас я побрею. Я сейчас побрею. Пару дней проходит, два дня проходит. Уже... Старость. Не, у меня минус, у меня только вот так вот. А по мне не видно? Видно. Тоже только так растет. Ладно, так просто. Ну. Кстати, даже еще же 20. Нет, вообще ладно, не было так. Мало не мне. Мне просто 24. Вот. Понимаешь, мой вид будет? У меня есть одноклассник, печать нет. Туда. Командой вообще. Два лица, да? Сейчас полчаса говорят. Туда там. Понимаешь, что кто тебе дал, вот сюда, мне давай. Мне 24, я дал. 8, вот так. Знаешь, как обидно? У меня одноклассник. Я говорю, нет, наоборот, пока. О, чего? Его можно будет использовать просто абонент поменять.
Нет, не надо. Я включил. Я завтра еще вот мегаварию. Им просто, блин. У них провод есть. У них... Да, просто красный, они подключили вот провод, а они попадают. А что? Не, ничего не надо, я сам все сделаю. Я спрашивал просто у Вани, можно ли я? Я не восторгал, чтобы у меня подключили обратно. Это ничего. А что там, нет никаких залов? Окей. Кстати, а что за сколько зовут? Это хромоты. А, да. Сколько аренда платят? Окей. Мы сняли это как пик. Мне повезло, значит. Совсем. А какой адрес? Рядом этот, Валберес. Там еще не было. По Карпинке. Не доезжаю, Московской. Мы будем в розовый, да? Обратно поверни карте. С другой стороны, да. Окей. Найди. А вот сон. Чё, как ты? Занят? На съёмку? Скоро. Го, грош. Я тебе позвоню. Да, вот эта этажка. Девятый этаж. Еще девятый этаж. У вас второй. Нет, там рельс зато хороший, новый, кстати. Месяц назад поставили. Время, стоп! Как там? Ходжа Назаров, Алислам, Каракалпакстан, Тюгоди Гуа, Амперска. Звонить зато можно и все. Сова! Не, я... Приготовься, Кузнебеков, Руслан. Даю. Зато у меня ком заполнял, надо ебать. Нет? Бал синему. Сомов. У меня там отсюда. Все он стоит на 2%. Все он. А? Что они? ID13. Мне для монтажа нужно графики. Я для графики собирал. Что тогда там, значит,
TX. 2. 2 TX. Я по дешевке забрал. Илья, с третьей готов. Нет, перед майнингом. С третьей активити тайм готов. У меня знакомый вот на букву Байва. С третьей активити тайм готов. На букву Байва логинился. Два красных. Интернет-магазин. Он по дешевке можно забрать. Аккуратнее, аккуратнее. Если он задрошится, он новый, сколько будет, надо оформить, как был. Еще два. Плюс два прочка. Осторожно, осторожно, смотри. Плюс оперативы. По 16. Ну, поэтому у меня телефон тут внимания нет. Да. Не знаешь, не сейчас. Почему? Турдыбеков Руслан, Аюн, Куржоев Тимирбош, приготовить выступает Апас Скат, Бешимов, Миркамол, Узбекистан. Алло, вот этот карта. Зона, зона, смотри. О, да, карта есть такой. Печать надо, чалам, да? Географ, 20 минут. Географ. Бенбертон, что-то там, да? Чертон. А у меня в 21 году на 10 как ему. В каком смысле? В прямом смысле. Mm-hmm.
Come on.
Что, на два балла, что ли? Там на два балла? Там буквально. Кофе попить. Аганда! Аганда, Аганда! Плюс, а мы здесь все приразум. Когда в одном месте 64 человека, когда впервые, как только началось, отдал бумаги и помаду. Все, можешь типа на час забыть. Аганда, эй, джаб, джаб, джаб! Первый висит, хорошо. Но вот потом уже начинается. Народный, такой у меня вор. Из игрушки. Блин, я так хочу новый принтер. Просто за 40 тысяч есть кинут принтер. Он, во-первых, на батарее. Во-вторых, он на Wi-Fi. В-третьих, он весит полтора килограмма. Рюкзак положил. А то что у тебя? Огромный чемодан. Неудобно, я хочу, чтобы я вот рюкзаком и мог вас уехать. Чемодан на просто. Два красных. Два синего, два красных. Давай, давай, действия. Чемодан на просто покупай их. Неудобно. Я люблю больше вот так. Велосипед купил. Я не умею. На чем ты умеешь кататься? Я на спид. Спид, у меня есть. А, подожди, принтер. Ск-
скотчем. Давай, давай, красный молодцы. Когда мне легче задний прицеп сделать, блядь. Это тащить потом, если пешком пойдешь. Ну я как прицепом. Да, тележка, 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 и вот это в американских мультиках. Есть, я красный, работай. Главное, в подъемку хотя бы. Хорошая штука. Зато она почти не висает. Два синему есть? Здравствуйте, 170. Тебе повезло. Да, один раз откуда? А ворчи, это что, они пришли? Это из-за дождя. Прикинь, дождь снял фигурку и... Кто сон? Кто писал? Да и если я iPhone возьму, хорошо. Время!
Потому что будет две экосистемы. Если я могу, хорошо будет. Здесь я красный. Если я тебе молотики туда. Так он сам. Да, MacBook ты купишь, ты на мышке разоришься. Почему? Я могу просто свою сегодняшнюю мышку. Не кафает. На оригинал MacBook от этот Apple не подойдет обычная мышка. Apple-овская мышка подходит. Я же сумел, он там около сотни долларов. А прикинь, если она сломает. Сколько? Наушники. На мышке ты проводные стопы, беспроводные кухни. Я больше вот любитель Гугля. Гугля? Гугля? Мне нужен тоже пиксель. Пиксель фон. Недавно, кстати, этот, точнее, презентовали пиксель фон. Ну, говно. Говно. Нет, раньше... Samsung. Каждый. Я думал, ты ночью вчера отдыхал. Нет, ну как. Каждый день тоже осваивается и меняется. Это намек? Ты змея? Вообще волны. А, это значит, ты мне вот этот шлем поставил. Согласованно. Что после работы за этим встретимся. Решаемся. Ну, правда, когда малой был, об батарею ёбнулся. А всем говорю, что Волан-де-Морт. Так что, да. Ну, 10 лет там. И батишка маленький. И батишка, он ей 1 год родился, вот бегать. И он ей, короче, ножницы всадил сюда, когда они маленькие. И у него шрам есть. Время! Они вообще... Не столько шрамов. Нет, сам... О, я ее и Рука Сенсей называю. Наруто пересмотрел? Я читал манго. А там манго не самых маленьких. Готовы приглашаться Сулайманов Алишер Скаф, еще не Казахстан. На Наруто. После этой встречи не готовится борцами Сулайманов Алишер Скаф 2 килограмм. По манге? Нет, не по аниме. Не по манге. Булат был Кибер Нагары, Тотсобулов Мантель Кадыр, Казарман. 10-20 лет. Они же чакры, они не могут. Умереть, да. Ну не знаю, мой главный этот персонаж, который мне понравился, это Итачи. Я смотрел Наруто полностью 3 раза. Для 1 раза мне хватило. И мне всю вселенную Наруто только Итачи зашел. Слушайте, потом по дворе покажу русскую технику. Меня как раз ночью. Как там тысячи более. Ну не знаю, так аниме смотрю чисто. Этот Сати мне понравился тоже. Из аниме. Охуенная его. Кто-то смотрел. Тотальный алхимик. Тоже офигенное аниме. А. Блин, такие звуки, как будто шпалки провешивают кому-то. Мозг пустой, сейчас. Две сладки. Да, еще дополнительно. После это еще весок. А что ты хочешь сходить? Кофе купить? Нет, я просто контролирую, чтобы что-то. Надо все быстро делать.
Нет, ты бы сидишь здесь и кайфуешь. Это что мне делать? Сидеть там и кайфуешь? Нет, смотреть на вот то. Треугольник. А, нет, не треугольник. Надо это тебе видеть технику красного. А, надо вот на них писать. Кстати, а кто кого? Я не понял. Здесь кто был захват? А, да, синий. Окей. Победу на душе тяжело. Факира Фазар, Казахстан. Я звоню, я жду, может, вот он перебывал, не знаю, как здесь. Секретарь. 92 килограмма на твоих предварительных приглашениях. Готовится Чанабек Булшук, Карпик Гентай Макбас, Токтогалий, Майбек Скаф. Табло пока его нет. Он сейчас то ли столик отходит. А то я не достаю. Пока нет. Пока нет. Вопрос.
8. Еще раз. Еще раз. Стоп. Нифига себе. Назад, Вить. Назад, Вить, как прием, что у нас. Если я смогу приготовиться, а так предков, мам, велос, чтобы сбегал его всего, пойдусь. Бороться, бороться. Красный, а так. Нет еще. Сейчас буду узнавать. Я просто эту застёнку делаю. Хорошо. Хорошо. Кстати, сегодня может быть пораньше освобожусь. Я вам еще наберу как этот освобожусь. Субтитры
победу на душе одержал Джанове Мушну Карпет. Вот так у нас. На ковер приглашается Джиджи Ремла, Китай, Сорум, Веков, Улупек и Забек. Приготовится Муратов Джанове Карпа, Пакистан, Масата Байдили, Нир, РСК. Нет, ага, өзгөр калган өзгөр. Давай, 10 минут уже. Давай, давай, 10 красный, 10. Thank you.
рахатый сам РСК. Давай, действия, красные действия. Еще давай. Давай, давай, действия, красные действия. Твои, кстати. А вон он, пацан. Давай, зелено бежим. Я другой же был. Да.
Время! Время!
машину вылез, 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 прекрасно. Время. Первый лохнулся, Саид. Смена судейской бригады. Бакову Ильи. Бал. После этой пары приготовится 79 килограмм на ковер Б. Сурдалин Алыс РСК, Мелис Лук, Русултан Алыш. 1/8 финал. Серьезно, уже 1/8? Победу на душе одержал Шарлык Жакшин.
Да,
нормально. Но там было больше, чем мы. Вдвоем на нас. Там время. Мегаком. Вообще-то связь, это спазмится. В каком ты районе был? Зона, красная зона. Хорошо.
Машины что? Стоп!
назад и забили прикрывать на месте. Чего бы сейчас он уже? Бурджанов Рустамбек Кош, Бакиров Азат, Казахстан, приготовится, 79-й. Секундант Краска. Камера. Давай. Окей? Время. Сегодня весов мало, что ли? Ага. Весов мало сегодня? Как и вчера. Вчера 5, сегодня 5. А. Ну, что-то, почему мало? Ну, о чем-то людей меньше сегодня. Вообще спортсменов не видно. Не, так.
пил. Умница. Да. Опять мне сон начинает схватывать. Я поэтому встал. Ну, нафиг. О, у него динамик? Да. Я зима уже. Звук же через динамик тоже переводится. Вот у меня ключ. Ключ, да? Да, говоришь, ко мне ты ключ. А там много кофе? Красный зона. Кофе. О, кофе уже. Нурджана, Рустамбек Гуш. Байкиров, Азат Казахстан. Вот Байкиров выпьет кофе. Зона красный. Зона пассив. Окей. Ты листы приносил сейчас? Сюда листы приносил? Я вон отель. После этой встречи приготовится 92 килограмма на четвертый финал. Абутов Бекбош, Легенберги, Мурат. Там да, на восьмой закончится и три штуки. Финал все куда выкинул. Они сюда выкидывают. Финал, финал на этом ковре или на том? Видишь? Не увеличай на ковер себе. Постоянно на финал попадаю. А то есть сидят нет, там ждут, давай быстрее, давай быстрее. Это как меня в классе. У меня я протоколы всем чатаю. И там с кем я приехал, ну давай быстрее, давай быстрее. Потом еще казначи ко мне пришли и полчаса. Блокируй, пожалуйста. Блокируй, синий. 60-го соревнования, много протоколов возьму. А бумаги не так много. Секретарь. 92 килограмма на четвертый финал. Абутов Бекбош, Легенберги, Мурат Жалмазов. Приготовится Асанулла Васан, Агенбис, Булунов Магомед и Забик Нурдалиев.
красную. Зона красный. Зона красный. Центр. Центр. Так, момент начала войны, группа войны, РСК. Кет, яман. Это камера же одна нужна. Есть. День, я с ума дойти на поговорить. Эй, Бека! Эй, Бека!
Вы его номер дадите, ближе к вечеру освободиться, вот ближе к вечеру звоните. Семь, восемь. А если раньше, освободиться, он позвонит. Все, давайте. Где паром? А, с девушкой все равно я знаю. И тогда еще установлю от сестренки, когда покупал. Года три назад, вроде. Они у меня в телефоне не лазили. Чувак, я в таких местах никогда не бываю. Я в Цуме раз. Знаешь, почему я не бываю там? Потому что там код 25. Опа, 4! Мне, значит. Нельзя. Мне 25. Плюс 25. Пошел, мать. Я узнавал. Не 25, а 25 плюс. Это и... Ты должен быть как минимум 97 года. А, печально. Ну, еще год-два, я зайду. Беги, беги, Мурат, победил Марк. Окей. Но у меня времени нет туда зайти. У меня времени-то есть, а вот сосок. Насчет денег, хрен с ним. Ну, я вчера хотел, у меня были деньги, в принципе, которые я мог потратить на бал. Но утром сюда надо уехать. Я сейчас буду с этим. Милим, что будет. Да? Я работал пару раз. ДК. Стоп! Ладно, я вчера чуть-чуть. Сколько она назад отключила? Окей. Ноль. Как я выиграл, мне как подарок. Ну это все надо обновить. Ну, немножко. Номер знакомого, да? Зона красный! Не, у меня есть. Охуенно делали. Ты не бойся. Ты не бойся. Целуй. А меня один раз на Иринище чуть лошадь не упал. Да. Я успел его отойти. Ебать, это что? Окей, тупой. Главное с шака не падать. Спину сломаешь сразу же. Я просто пойду, забью. Но было больно. А чё это? Старая подруга убила. Тупой. Сосало, что ли? Так вот. Ее Я рассказал. Она еще пьяная, тогда втроем ели, и моя девочка не знала, что я знаю. Втроем сидели, пили, потом девушки резко куда-то нужно было уехать. А я знал, после этого рассказываю, она уже такая пьяная, прям пьяная. Рассказываю, я просто 4. Она мне на 4 года старше. Старшая сестра. Как старшая сестра? Почти, блин. На старенький тянет. Чё она тебя на старенький тянет? У меня потом кровь пошла. Потом гной. Пару недель гной у меня здесь. Ну, понятно. Они все такие.
Машку тверка, машку тверка. Ёбнули. Я думал, ты взял и ёбнул. Салахтя. И себя на дверь металлическую погнула. Она там сильно. С чего она? А, с руки или с чего она погнула? Я приближаю?
защитного стекла нету. Я не ставил. Ронял два раза. На экране пленку поменял. Я аккуратно вот так вот захватил, пленка вставилась. И я ее обратно приклеил. Пальцы красные. Победу на душе отрежал. Победу на душе отрежал. Слово пекло. Киртбаев, Асадбек, Узбекистан, Джафуев, Музафар, Кан, Исадбек. Чисто техническую победу одержал Джиабуев Музафар. Канты забил. Болотбек у автомобиля Ириска Арашан. Болдубаев Мирбек Канты. Голубаев Мирбек получил травму, победа присуждается Голубаев Улу Автандир. Айрес Караша. Султан Ашукар Жалалабад, Жолчугулов Бабахан Талас. Приготовиться Шайлубек Улучакшилов, Айдиков, Бекзат и Забель.
Так после тесмотка приготовился весь сердце своего. А Тимур Николаевич был свой ложь. Он не дает Бог, он был ходит, а и близ. Вторична сука на шутка, жалоба. Gracias.